В Иванове значительно потеплело, а это верная примета начала дорожных работ. По правилам, ямочный ремонт проводят, когда среднесуточная температура не опускается ниже минус 10. Работы ведутся, как правило, в первой половине дня. Ямы фрезеруют, затем продувают, очищая от грязи, и только потом заливают асфальтобетонной смесью. Из-за резких перепадов температуры, продолжавшихся на протяжении всего осенне-зимнего периода, дорожное полотно сильно пострадало, так что работы у ремонтных бригад много. Планируется проводить ямочный ремонт на улице Свободы, Октябрьской, на улице Калинина обязательно. Вот. И дальше, в связи с погодными условиями, разрушение покрытия идет большое по городу, то есть днем плюсовые температуры довольно высокие, а днем перепад порядка 10 градусов, вот плюс 5, минус 5, вот разрушение покрытия идет. Согласно нашим нормативам, разрушение покрытия от маленькой до большой ямы идет в течение 24 часов. То есть ямы будут появляться и, как говорится, бороться, и исправлять покрытие мы будем.